Jak to co? Cudo będzie zaraz, magia będzie. Jaka magia? No magia, magia. Dziś jest wielkie święto. Zapomniałaś? Так подожди, чего это я забыла? Я ничего не забыла. Сегодня 6 декабря. Итак, какой сегодня праздник? Никакого. Як то? Ну święta są przecież. Да подожди, ну какой праздник? Ну до Нового года же еще целых 3 недели. Ну какой праздник-то? 6 декабря. Да якого Нового року? Дзień święto. Ну, święto Миколая. Кого Миколая? Тот, который Санта-Клаус, что ли? Да нет, правдивого. Это święto на честь правдивого świętego. Który biskupa z Miry, święty Mikołaj, który rozdawał dzieciom prezenty i złoto, czynił cuda. A, tak to jest Dziad Mróz. Tak rozumiem, że сегодня dzień Dziad Mróza? Jaki Dziadek Mróz? Ty co ty mówisz? Mikołaj. To było święto katolickie i prawosławne, bardzo ważne w kalendarzach i obrządkach obu religii. No, zaraz będzie cudo, czekamy, czekamy. Oj, czujesz? Oj. Ой, что-то, Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Ты же Снегурочка! Честь! Ну, конечно, это я, Снегурочка. Снегурочка, а какой Новый год? Сегодня же только 6 декабря. Как так? А разве сейчас не новогодняя ночь? И Дедушки Мороза еще не было? Ах, наверное, я все перепутала. Ну что ж, до встречи в Новый год. А ты куда? Ты уже уходишь, что ли? Нет, Снегурочка, подожди. Ну, пошла собі. Ну вот, ушла. Да ты хоть знаешь, кто такая Снегурочка-то? Ну, помощница Дядка Мороза. О, ты молодец, всё-то ты знаешь. Ну да. Это не помощница, это его... Неважно. Доченька. Слухай. Muszę się przyznać do błędu. To jak Śnieżynka się pomyliła, ja też się pomyliłem. No, nie za bardzo pomyliłem. Zapomniałem po prostu, że no na prezenty tak od Dziadka Mroza, jak i od Świętego Mikołaja, i od Santa Clausa, i od wszystkich innych, od Joli Puki w Norwegii. Jolu Puki też trzeba co? Czekać. On przychodzi, jak nas nie ma. Kochani, życzymy wam z okazji Dnia Świętego Mikołaja, żeby ваши życzenia spełniały się. Обязательно. И чтобы Дедушка Мороз и Снегурочка к вам обязательно пришли. И чтобы они всегда приходили вовремя. На час. Да. А чтобы они пришли вовремя, нужно их вовремя позвать. Так. И желательно это сделать заранее. Ой, так. Да. Поэтому вы знаете, куда обращаться, если что. Правда же? Всего наилучшего. До встречи!